Друзья, мы уже рассказывали о наших портативных газоанализаторах Геолан, которые мы используем в рамках системы общественно-экологического контроля, в том числе и в Хабаровском крае. Сейчас хочу вам представить полностью импортозамещенный стационарный газоанализатор, который размещается в пределах городской застройки, в санитарных зонах, на территории промышленных предприятий. Также он реализован на базе прибора Геолан. Эти же, в общем-то, показатели, которые можно, в принципе, менять. И через GSM-модуль эти данные передаются на сервер, где, в общем-то, можно их и публично размещать, и информировать органы местного самоуправления, контролирующие службы. Поэтому вот такие приборы, безусловно, будут появляться у нас в городе для того, чтобы ситуацию держать на контроле.